Сегодня у нас пятница, 13 января. И вот за одну ночь нам природа преподнесла вот такой сюрприз. По всей Украине были заверюхи, метели. Мы думали, что нас это не коснется. Вот оно и к нам пришло. Пришел проверить своих кормилец. Сейчас подойдем поближе. Вот он, еще девственный, нетронутый снег. Красоту какую сделал. А вот я зайчика вспугнул. Следы убегал от меня. А вот это вот фазанчики ходили уже утром. Такая красота. Заходим во вторую половину зимовки, самую сложную. Но пока поводов для беспокойства нету, но все равно, когда уже пчелки оплетятся, тогда уже на душе становится спокойней.